Первые пассажиры уже успели прокатиться на поездах московских центральных диаметров, запущенных с 21 ноября. И многие из них остались довольны. Очень приятно, что и цена стала ниже по сравнению с тем, что было, и ходит быстрее. Удобно очень. Я раньше ездил на электричке постоянно, а сейчас каждые 5 минут я вообще на время смотрю. Маршрут, связывающий подмосковные города Одинцово и Лобня через территорию Москвы, имеет длину 52 километра и 24 остановочных пункта. В настоящий момент время движения электропоезда «Иволга» по маршруту составляет 87 минут с интервалом в полчаса, который в дальнейшем будет сокращен до 5-6 минут. В первые дни после запуска не все пошло гладко, зато пассажиры получили неожиданный бонус. До 8 декабря можно бесплатно ездить не только на поездах «Иволга», но и на обычных электричках. Такая мера необходима для отладки билетной системы. По истечению этого срока одна поездка для одинцовцев обойдется в 45 рублей. Ну а пока местные жители на временно введенный бесплатный проезд реагируют с удивлением и улыбкой. Правду сказать, я сегодня сама это узнала, и первый раз только вот сейчас посмотрим. Перерыв нет, все прекрасно, едешь спокойненько, хорошо. Пассажиры, которые продолжат пользоваться услугами МЦД, смогут бесплатно получить в кассах РЖД пополняемые совмещенные карты «Стрелка» и «Тройка» с логотипом диаметров. А также они будут иметь возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК, курсирующих по маршрутам диаметра. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».